Сейчас, короче, настроил. Сейчас, одну секунду, пока вы там присоединяетесь, я его сейчас зафиксирую. Так, ну что, опять плохо видно, ваши вопросы будут. Привет, медведь. Привет, привет всем, кто присоединился. Что у нас сегодня-то по графику? Какой день недели? Может, вот так включить свет? Так лучше, да? Беленький свет. Сейчас я песочек пойду. Слушайте, я смотрю, еще на мотоциклах гоняют, да, люди? Сумасшедшие. Ну, как сумасшедшие, холодно уже. Чего? Давай, вебинар в НЛ. Ну, как обычно, нытики у нас есть, которые только об НЛ и разговаривают. Можно музычку послушать. Сегодня какой, кстати, день недели-то? Ой, отвлекся чуть-чуть. Какой день недели? Привет! Вечер добрый, дорогие мои друзья. Красная ветка без любви на горизонте, я тебя словно конфетку, я себя больше не помню. Чё, как настроение? Хорошее? Нет, чё вы там грустите, пупсики? Блин, мне надо, знаете, что сделать? Надо какой-то темный фон, чтобы я видел ваши вопросы. На светлом не видно. Добрый вечер, Тоби. Пишет мне, у тебя девушка есть? Слушайте, у меня вот такой лимонад, вот, я выпил. Скажите, вы мне желаете, чтобы я злой стал? Злой, недовольный, потому что девушке все это не нравится, она пилит, как бензопила, дружба. Вы вот хотите, чтобы я перестал радоваться жизни? Как вот друзья мои, которые там... Куда едем? Все, домой едем. На самом деле, ребят, как это вообще не звучит грустно, на самом деле еду домой. Что-то вообще все куда-то рассосались после тренировки. Захарья ныл, что ему надо домой. Блин, наверное, придется достать. Ой, прошу прощения, сейчас. Вот, так будет намного лучше. Нет, будь добрым и настоящим, естественным. Хорошо, спасибо. Вот я именно таким и хочу остаться. Про тебя все... Что? Не успел прочитать, прошу прощения. Блин, надо фон какой-то мне другой. Как выходные провел? А что, выходные вообще бомба провел. Я не помню, пятницу как я провел. Пятницу я провел в караоке. Туса Джуса была. Субботу я. Субботу, пятницу все выпивали, я не выпивал. Я поехал домой во сколько? Я отчалил в 3 ночи где-то. Может, начало 4. Они вокруг не ебут. Что не ебут? Ты прикольный, спасибо. Что еще? Идет стрижка. Ребят, я сейчас с вами пизжу. Не дай бог в аварию попаду. Так, Лерка. В экран, бля, смотри. Что тебе добавить? Ой. Бля, ребят, это, конечно, что-то гоню вообще. Я уже 2 раза чуть не влупился. Давай добавлю Лерку в прямом эфир. Где она тут? Так, смотреть. Да хочет Лерка добавиться. Давай, Лерунчик. Жечь настал. Добавляйте. По скорости нормально. Что такое? Плохое соединение? Лерун, мадам, ты где? Опа. Алло. Не слышно тебя? О. А сейчас слышно? А сейчас слышно. Что ты? Что там? Ты что, пьяненькая, что ли? Какая пьяненькая? Заболела, Вань, просто пипец. У меня это Захар на тебя порчу навел.
Это пусть он, господи, живет счастливо и здорово, Бог с ним. Это, слышишь? А. Чё, ты это, слышишь, ты пост выставил, что, тебе все говорят плохие вещи или что? Да, пришлось целый пост написать, ты представляешь? А я сколько... тоже выставила, видел? Да, они тебя не любят, они вот эту шкуру, которую приползают, они ее сидят, жалеют, она же сидит с экрана, вещает, какой он мультимиллионер, у меня бабки есть, на Бали 1,5 месяца жил за чужой счет. Ой, да блин, вы даже не интересно разговаривать об этом. Лерунчик. А. Ну что, когда на тусу джусу соберетесь в компании? Да какая туса джуса? Все, хватит. У меня вообще сейчас эта неделя, у меня завтра съемка, послезавтра мне на Мосфильм надо, послезавтра у нас там на Первом канале съемка. Ну то, что я рассказывала, понял? По бизнесу, да? А, ну, это, вам, это где вам 500 тысяч? Только я тихо! То есть, ну 500 это нормальные деньги, если там что это? Ваня, ну все, молчи. То ничего не дадут. А то Захар сидит за 36, понял, там. А реальные бабки крутятся в Москве, понятно? Реальные бабки у реальных людей крутятся. У реальных пацанов. Типа нас того. Не отправляют учиться в Лондон, мы не одеваемся в бутике модно. Саня мой расстроился, он тебе что-то, он подписался на тебя, говорит, а что, говорит, Барсиков, а он тебя Барсиков называет. Говорит, а Барсиков говорит, а то ли он в директ тебе что-то написал, я не помню, короче. Но он говорит, что-то Барсиков говорит, не видит ничего. Ну, блядь, пусть WhatsApp напишет, что, тяжело WhatsApp написать. А я он не знаю. Обидчивый у тебя парень, Лера. Не, он не обидчивый, ну я обрыл, это я так со своей колокольни. Не, он нормально, наоборот. Он говорит, вот Барсиков говорит, он говорит, вот этот пацан. Говорит, а Захаряш мне не понравился. Не сошлись характерами. Да нет, я шучу, конечно. Ой, блин, короче, такое. Подыхаю я Барсиков. Барсиков, Фрост, блин. Как, а как у тебя настоящая фамилия? Сейчас я вспомню, как Кучеров тебя называл. Мякушкина. Так как Мякушкина? Девчонкова! Точно! Ой, блядь, Ваня. Ужас. Бацилла, Лера, ты чё бациллу кидаешь? Да чё через экран, все равно зараза к заразе не пристает. Ага, скажи, скажи, поговори мне ещё. Ты, поотвечай, вон люди пишут на сообщения тебе какие-то. Чё пишут? Хлопают в ладоши, вон, пишет, согласна, что согласна. Лер, у тебя свои губы? Да. А как ты сделала такие большие губы, Лера? А они у меня сами это, такие большие. Не, ну у меня же раньше вообще свисток был выдающийся, а потом сдуло. Это уже мои. Лер, как ты считаешь, во сколько мужчине нужно заводить в семью? Скажи мне, пожалуйста. Что нужно заводить? Как ты считаешь, мужчина должен, ну, во сколько жениться? Ой, это все индивидуально, блин, слушай, жениться. Ну, можно и в 20 с дуру одно место сломать, понимаешь, а можно и в 30 неудачно. Алло. Да. Слышно? Да. Базар на шифре, буду там-то, там-то. Нацарапай цифры. Слышишь, Вань, подожди, мне что-то мама и Саша как раз пишет. Давай я тебе позже маякну. Отсоединяйся. Отсоединяюсь. А я еще, дорогие друзья, с вами поболтаю. Привет всем! Привет, привет, пупсики! Да, дорогие мои друзья. Лерка, ты классная. Лерка вообще супер, молодец. Хочу, чтобы у нее все с ее парнем получилось. Пусть они там чики-бомбони свои делают. Так. Добрый вечер всем тем, кто присоединился. Я уже еду домой. Рад вас всех видеть сегодня здесь. Так, кто-то хочет еще? Так, ну что, дорогие мои друзья, с вами было приятно пообщаться на самом деле. Поэтому сейчас заеду туда, где пропадет связь, чтобы вы меня не теряли, чтобы... Куда едешь? Домой, все. Домой. Мы
Украина с вами. Спасибо. Это Леркины, да, позаходили сюда. Украина с вами. Так, кстати, девчонки, кто хочет похудеть, пока я не забыл самое главное вам сказать, есть капсулы офигенные, Лида называется. Я сегодня сейчас приду в историю, скину на ночь, пойдете, посмотрите. И последний пост обязательно посмотрите, там фанаты вообще одурели, на самом деле, пишут всякую грязь, гадость. Надо поддержать нашего отечественника, написать пару добрых слов, поэтому не стесняемся, заходим и подписываемся. Все, с вами был Барзиков ТВ, до новых встреч, всех люблю, целую, ауе, жизнь ворам, вечная. Все, пока, чмоки-чмоки, чики-бумбони. Да ладно, вижу, Лида не действует. Ребят, Лида действует, значит, ты где-то купила. Знаете, я вот заметил, кто мне пишет, люди, а потом они где-то дешевле находят в интернете, покупают подделку, идиоты, и потом пишут, вот, Иван, вы меня обманули. А я-то всех людей знаю, которые у меня заказывают, у меня история переписки. Я говорю, где ты заказывал? Я в интернете. Но если ты, лохушка, лоханулась, заказала подделку, я же к этому никакому отношения не имею. Я же не виноват, я вот знаю свою продукцию. У меня есть отзывы людей, которые за месяц похудели до 10 килограмм. А если у человека вообще там большой вес, там 115-120, он может похудеть там и на 15 килограмм. Поэтому, кто хочет похудеть, пишите в WhatsApp. Последнюю историю смотрите, и я вам там сейчас выложу историю, как можно их заказать. Все, пупсики, до новых встреч, с Новым годом, с новым счастьем. Пока-пока. Встретимся на Первом канале.